представляем главное предложение только сегодняшнего дня от бренда Wilmar. Люкс должен быть комфортным. Иначе это не люкс, сказала когда-то Коко Шанель. И мы с ней согласились, потому что в своих руках я держу полностью натуральные сапоги Брайди. Это комфорт, это красота, это преимущество, это возможность носить десятилетиями. Обо всех преимуществах расскажет наш эксперт Светлана Гарова. Я с удовольствием расскажу, потому что действительно, Лен, о такой обуви особое удовольствие рассказывать. Во-первых, здесь потрясающий дизайн. Обратите внимание, что бренд Wilmar, дизайнеры бренда Wilmar действительно поработали, действительно постарались. Мы видим, что есть вот такой интересный элемент. Здесь у нас россыпь страз, который обязательно украсит вашу ножку. Мне очень нравится, что здесь есть функциональная молния, благодаря которой мы в любой момент можем увеличить объем голенища. Если мы посмотрим с вами детали, то мы видим, что эти сапоги у нас выполнены из натурального спилка, полностью, абсолютно мягкая, комфортная, бархатистая фактура, которая будет дарить вам абсолютное удовольствие. Если мы открываем эти сапоги, что же встречает нас внутри? А внутри мы видим с вами натуральную шерсть. Посмотрите, что натуральная шерсть у нас полностью по всей площади этих сапог. Это, конечно же, абсолютное удобство. Мне нравится, что эти сапоги будут согревать вас, услышьте меня правильно, до минус 30 градусов, то есть это уникальная находка, потому что натуральная шерсть, помимо тепла, обеспечивает еще, конечно, небольшую микроциркуляцию, массаж. И, конечно же, эти сапоги будут обеспечивать вам абсолютный комфорт. Благодаря чему? Благодаря тому, что здесь специальная отработка, да, 3D-технологии, которые используются в разработке колодок. Здесь у нас уникальная подошва, которая выполнена из термопластичного материала. И здесь мы видим, что высота пяточной части у нас 5 сантиметров. Сама подошва у нас моноблок. Это обеспечивает абсолютную безопасность, потому что каблук и ходовая часть являют собой единую конструкцию. Ну и, конечно же, безопасный рисунок протектора, обеспечивающий нам абсолютную стабилизацию на любой зимней поверхности. Посмотрите на эту шикарную подошву и как она будет вас обезопасивать. Хотелось бы сказать, бренд Wilmar, это звучит гордо. Внимание, сейчас вы видите бордовый цвет наших сапог Брайди, причем я вам скажу, что 7 лет уже представлен бренд Wilmar на телеканале Shopping Show. 2 миллиона заказов, бордовый цвет, такой насыщенный, винный, красивый. Эффектный до безумия. Его да, ты знаешь, сразу еще хочется сказать, что здесь у нас облегченная подошва, здесь у нас уникальный дизайн от бренда Wilmar. А я напомню, что бренд Wilmar у нас работает с 1994 года. Сейчас, Лена, ты нам представляешь коричневый цвет, потрясающий, это горький шоколад. Ты знаешь, я даже ощущаю вкус этого вкусного. Потому что действительно очень выглядит красиво. А мне очень нравится еще, знаешь, классический черный, который подойдет подо все совершенно в вашем гардеробе. Любимые, 52% скидка, 5999 цена сегодня до 1 сентября, уже после него 13 тысяч рублей. И это хорошая, это нормальная цена для именно полностью натуральных сапог, да, которые мы выбираем сегодня с удовольствием. Света, есть ли какие-то нюансы, чтобы нигде не сдавливали? Как выбираем размер? Ты знаешь, я сразу хочу отметить, что здесь мы будем выбирать для себя размер в размер. Здесь у нас увеличенная восьмая полнота. Специально нашу Женю попросили, чтобы сделать замер ее обхват стопы. Да? Мы видим 27 сантиметров. Есть небольшая вальгусная деформация, деформация пальцев. Посмотрите, что несмотря на эти нюансы, Женя легко и быстро обувает эти сапоги, благодаря внутренней молнии, застегивает буквально за секунды. И посмотри на эти прекрасные ноги. Эти сапоги подчеркивают стройность щиколотки, стройность ваших ног. Мне очень нравится, что сама высота у этих сапог еще дополнительно, да, если мы с вами замерим, мы увидим, что высота этих сапог, еще и объем этих сапог регулируется, да, то есть мы видим, что здесь у нас, так, Жень, давай я к тебе присоединюсь. Мы замеряем 39 сантиметров высота этих сапог. Действительно, сохранит ваши ноги полностью в тепле. Жень, давай мы с тобой сейчас еще поэкспериментируем и сделаем замеры для наших дорогих телезрительниц, для того, чтобы... Нет, сначала я хочу ножку твою померить. Да, вот. Сначала мы померим Женину ногу. Что мы видим, да? 39 сантиметров обхват стопы Жени. Давай теперь застегнем и замерим обхват
какую мы с вами видим. Так, что мы здесь видим? 48 сантиметров. Обратите внимание, то есть действительно эти сапоги подстраиваются по вашим объемам. Вы можете смело в любой момент дополнительно заправить туда, например, брюки, как сейчас это демонстрирует наша Женя. И еще я хочу сказать, что еще останется дополнительное время. Но знаешь, мне очень нравятся они. Даже я себя ловлю всегда на мысли, что замша мне нравится больше кожи. Единственное, я хочу у тебя спросить. Скажи, да, пожалуйста, в любом случае, разводы, соль, реагенты, не повредят ли они нашу замшу? Смотри внимательно. Ты видишь, я провожу сейчас эксперимент. Все реагенты действительно уходят с поверхности натурального спилка. Ни единой капли не остаются. Абсолютно сухие. Мне даже не потребовалось вытирать это салфеткой. Почему? Потому что натуральный спилок проходит специальное жирование и пропитку силиконами для того, чтобы быть абсолютно сухими. Итак, дорогие мои, но самое главное, это, конечно же, тепло. До минус 30 часто бывает. Во-первых, ты стоишь на остановке, да? У тебя идет холод от земли, да, и, в принципе, ножка у тебя начинает замерзать. Да. Нога начинает даже вот иногда, да, колики такие появляются. Тепло ли нам будет? Да, в этих сапогах нам будет максимально тепло. Почему? Потому что здесь у нас натуральная шерсть. Я обращу ваше внимание, что натуральная шерсть, как она делается? Берется шерсть овечки, очищается, расчесывается и набивается на трикотажную основу. Для чего это делается? Для того, чтобы облегчить вес изделия, ну и, конечно же, для того, чтобы обеспечить абсолютное тепло. Посмотрите, что вкладная стелька у этих сапог также выполнена из натуральной стельки по всей площади. Очень удобно. Такую стельку мы всегда можем достать из сапог. Мы можем ее освежить в гигиенических целях. Мы можем ее заменить на ортопедическую. Возможно, кому-то это очень надо. Ну, а, конечно же, мы можем положить ее также и в другую пару обуви, например, более прохладную, да, где нет такой шикарной теплой стельки. Итак, дорогие мои, самые теплые, самые уютные, кстати, не скользят. Посмотрите, какой хороший, богатый, крупный протектор и не смотрится громоздко. Кстати, действительно очень удобные. Да. А теперь я вас удивлю ценой. Посмотрите, наша цена менее 6 тысяч рублей в магазинах и около 10 тысяч рублей, да? И 9300. У нас цена сегодня менее 6 тысяч. Бесплатная доставка и 2 миллиона довольных телезрителей. Вы хотите, чтобы зима была лучшей, самая теплая? Выбирайте обувь от бренда «Юнг».